Всем привет, ребята! Вы на канале Про Профи. И сегодня я с Тиграном и его друг Давид. Сейчас мы посмотрим, что в сундуке. Там ничего особенного. Яблочко. И еще одно и хлебушек. Хлебушек. Да. Только так громко не говори, а то зрители скажут, что это с ним. Так, мы недавно убили зомби-жителя, а то он нас бил. Да. Почти, он в паутине застрял. Так, эту деревню мы почти не знаем. Ой, грядку прорвало! Надо будет починить. А, кстати, ребята, кто еще на наш канал не подписан, обязательно подписывайтесь. И лайк поставьте. Лайк. Да, и колокольчик обязательно. Да какой колокольчик? Колокольчик закрыт. А, да. Ну, если они по компьютеру или по телефону видят наше видео. И еще я что-то скажу. Кто этот видео сейчас смотрит по телефону, поставьте лайк. И кто смотрит Майнкрафт сейчас, профессионал он? Сегодня только профессионал лайк ставит, да, Тигран? Да. А то нубы думают, что сундук сначала надо добыть, а потом его открыть. Сейчас добудем эту тревогу. Все. Сейчас мы костер сможем сделать вообще-то. Какой костер? Что? Ты не взял. Так. Ой, я какой-то дом богатыря вижу. Какой дом богатыря? Ну, обычный дом богатыря. Надо будет добыть, да? Ну, с его тачи. Вот это находка. Находка века. Штаны я возьму, вдруг еще какого-то игрока встретить. Вам уши, вам не штаны. Из березовой коры. Мы попали, почему не кусали комары. А как книгу? Подождите, я хочу посмотреть, то есть не хочу посмотреть, а я... Тигран меня, кстати, спрашивал, как крафтится бедрок. Я знаю, как он крафтится, но для этого нужно зайти в креатив. И мы не можем зайти в креатив. Представьте, мы не можем зайти в креатив. Вот мы там... не можем! Да, там даже написано... Креатив, мы нажимаем, и он не приносит креатив. Потому что... У вас, как, если такое бывало, обязательно ставьте лайк. А то это нереально. Ну, давайте сначала мы наденем маму шило в мешоны. Вот, а как в сундук зайти? Вот, так-то лучше будет. Там-там-та-дам. Сейчас мы... Два штанов. Из березовых коров. Из березовых коров. А ты знал, если разные шерсти определить с формой кровати, то получится обычная кровать. Ой, ребята, все нам... Котик! Котик! Где котик? Котик. Ой, вот он лежит. А, раб! Тебе карантин, котик. Котик, ты куда залез? Как он через паутину прошел? Он читер.
тун-тарарарум, тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Давайте все дома посмотрим. Давай. Может, тут сон. Ах ты злой зомбяк-жителек. Хочешь этого? Сейчас, смотри, ловушка. Ловушка. Хочешь яблочко? Вот тебе. Я не хочу яблочко. Тебе карантин. Сейчас тебе храм. Мы под водою. Я робот-папару. Я робот-папару. Дан-дан-дан-дан-дан. Гори, Нет! Тут рыбки, наверное. Так. Рыбки. Тут он морской риф. Вчера зачем ты это сказал, морской риф? Коря. Нам крякать. Тигран, отбегай. Давайте тон-тон-тон реально. Реально. Смотри, ты как я умею плавать. Я робот-папа-роб. Ой, за мной гонятся. Я робот-папа-роб. Я робот-папа-роб. Теперь плывем обратно. Я робот. Я робот. Я робот. Я ребята, мы уже играем сколько там минут? 6 минут. Какие 6 минут? А 8 минут. Ну ладно, сейчас мы еще один сундук найдем и на сегодня закончим. В смысле? А в следующей серии мы будем уже, знаете что? Мы в следующей серии уже будем, мы пойдем в шахту и будем добывать до железа. Да. В третьей серии мы дойдем до алмаза. Ой, нечаянно, ребята, я так сделал. Мамушка, так, ребята, и пишите нам комментарии. Какие комментарии? Комментарии тоже закрыты. Да если они по телефону или по компьютеру, не обязательно, чтобы по телевизору. Я говорю, по телефону и по компьютеру закрыты. Как все? И колокольчик. Ах, да! Я забыл. Закрыты. У тебя открыто, реально? Ну, не в видео, у меня просто открыто в Ютубе. А у тебя? У меня вот нет. Наверное, у тебя Ютуба нет. Ну, ребята, сейчас. Овца! Чики-бабули или чики-бабули, кто до сих пор не знает в Вадиме. Давай, идем к... Чики-бамбони. Идем к чики-бамбони. Ты! Слышь? Он, по-моему, дружелюбный. Или он злодей? Бей его! Все? Хана ему, хана. Блин.
Ну, на этом можно уже заканчивать. Ребята, не забывайте ставить лайки. Может, Эндер встретит меня, но необычно я... Ребята, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И всем пока-пока! Пока!